Как писать правильно в городе Иванове или в городе Иваново? Такой лингвистический вопрос волнует многих жителей областного центра. Мэр города Владимир Шарыпов поручил разобраться, как же следует писать и говорить название города невест. В очередной раз защитники русского языка развернули дискуссию вокруг склонения названия города. Если прислушаться, то в разговорной речи ивановцев можно встретить самые разные формы словоупотребления. Наиболее грамотные уверены, что верным следует считать фразы «я живу в Иванове», а при использовании родового слова «город» «я живу в городе Иваново». Если не ошибаюсь, то, по-моему, это по правилам. И когда есть город, то говорить полноценное название без окончания. То есть, именно. А когда, если мы не употребляем существительный город, тогда можно именно окончание заменить. Мне кажется, что лучше говорить в городе Иванове. Почему так? Почему так лучше? В городе Иваново как-то звучит некрасиво. Мне кажется, в Иванове. В рекламных материалах, на вывесках и даже в средствах массовой информации Иваново склоняют по-разному. В администрации придерживаются правил, которые закреплены в уставе города. При составлении документа, который приняли в 2005 году, власти обратились за помощью к филологам. Если брать официальную часть, у нас есть устав города Иваново, и там эти склонения прописаны. Там администрация города Иваново. Если Г, точка, то Иваново. Соответственно, у нас есть награда за заслуги перед городом Ивановом. Конечно же, народ нервно реагирует на то, что наш город вроде не должен менять свое название. Как правило, название нашего населенного пункта употребляется без родового слова «город», которое может внести путаницу. Ехать в Иваново, приехать из Иванова, путешествовать по Иванову. Примечательно, что если в предложение добавить слово «город», склонения все равно должны остаться. Я иду по городу Иванову, я приехал из города Иванова, я говорю о городе Иванове. Профессор Ивановского госуниверситета Ирина Сотова отмечает, что есть тенденция к упрощению речи. Это затрагивает в том числе название городов. Как правило, ивановцы отказываются от склонений, ограничиваясь именительным падежом. Конечно, у нас есть тенденция разговорной речи к несклоняемости этой формы. Кроме того, город Иваново необходимо записывать только в именительном падеже, в личных документах, например, паспортах граждан, военной топографии, для того, чтобы не было сложности в различении «город Иваново» или «город Иванов». Получается, что название Иваново следует склонять всегда, вне зависимости от того, есть родовое слово или нет. Во всяком случае, так написано в академическом словаре, который закрепляет единственно верную официальную норму. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иваново.